Москва, 7 июнь, РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, сообщил сайт МИД РФ. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам взаимодействия на международной арене, сообщил МИД. Россию и Индонезию связывает разнонаправленное сотрудничество. На недавней встрече председателя Народного консультативного конгресса парламента Индонезии Зулькифли Хасан со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в Москве сообщил, что президент Индонезии Джоко Видодо в ноябре ждет визита российского лидера Владимира Путина. Кроме того, Индонезия в числе других стран Юго-Восточной Азии проявляла интерес к созданию зоны свободной торговли с ЕАЭС. Сергей Лавров. Индонезия. Россия.